Ребята, всем здорово! Сегодня мы с вами будем тестировать, открывать и делать выводы по супер крутой Bluetooth колонке от компании BlueDio. Живешь в Украине, хочешь заказать посылку из Китая? Не спеши, зайди в магазин Китай Рулит Стор и забирай товар после обзора по цене ниже Китая. Ссылочка будет в описании. Вы заметили, как быстренько эти ребятки прорвались на рынок, начали делать за адекватные деньги качественные продукты? Сегодня у них есть беспроводные наушники, колонка BlueDio S3, которую мы тестировали, которой я лично сам пользуюсь. И сегодня ко мне попала на обзор колонка за $70. Прямо из Китая, с магазина GearBest. Это одна из самых дорогих колонок, которая у меня была на обзоре. И скажу сразу, что эту колонку нужно рассматривать тем, кто ищет уже среди А-брендов качественный звук. То есть, если у вас есть $20, то вам эта колонка недоступна. 70 можете покупать. Почему она так дорого стоит? Сегодня мы с ней будем разбираться. Из тех преимуществ от других колонок, с ней можно законнектиться не только по Bluetooth 4.1. Также можно законнектиться по Wi-Fi. Здесь есть 3D звук. Короче, два динамика. Играет 5 часов. И мощность у нас 2 динамика по 5 ватт. Казалось бы, 2 динамика по 5 ватт что-то как-то не впечатляет. Но если посмотреть на вот эту картинку, насколько здесь все, конечно, выглядит впечатляюще. Они даже сюда какой-то процессор засунули. Короче, давайте будем ее открывать. Это у нас все оригинальное. Как видите, есть голограмма. Открываем эту колоночку. Круто она очень выглядит. Я вам скажу, что, например, как подарок очень зачетно зайдет, потому что, ну, как-то, знаете, ну вот оно, ну по-нормальному оно сделано, как должно. Так, здесь у нас есть какие-то бумажки, скорее всего. Вот такой у нас кармашек. Есть у нас вот такая вот инструкция на китайском и английском языке. Есть английский? Да, есть английский. Если кто хочет почитать, блин, как все красиво сделано. Еще один плюс в этой колонке, что у нее комплект необычной колонки. Как все черное такое все, да? Прям такое все серьезное, потому что колоночка у нас находится в вот таком вот кейсе, ребята. С вот таким вот креплением, с карабинчиком, который вы можете прицепить к вам, например, ну, на картинке показано, да, на сайте, что можно прицепить это все, например, на ремень и таскать с собой, и у вас будет музыка. Чехол сделан качественный, в комплекте у нас еще идут вот такие вот кабели. По кабелям тоже сразу понятно, что это вам не дешевая колоночка. Ну, как бы, я видел многое, поэтому сразу говорю, что видно, что сделаны нормальные кабели. Конечно, можно подключить колонку напрямую к 3.5. Вот, micro USB для зарядочки. И, скорее всего, больше у нас ничего нет. И так достаточно много. Вот такой вот кейс внутри. Коробку мы убираем. Подъезжает наша колонка. Колонка идет в боксе. Достаем нашу колоночку. Ух! Какая она шикарная. Мне никто не платил денег, и можете писать все, что угодно, но это реально по внешнему виду одна из самых крутых колонок, которая у меня была. Но, соответственно, она самая дорогая, поэтому, может, она и самая крутая. Выглядит все это круто. Как видите, здесь много всяких стран. Бразилия, Канада. И здесь есть у нас, и вижу, и Казахстан, Россия, Китай. Короче, всех здесь отметили, поэтому все будет хорошо. И Турция есть у нас, и Украина есть. Короче, все есть, поэтому никого не обидели. Вот такую сделали прикольную колонку. По интерфейсу у нас, как всегда, есть самые обычные кнопочки. Переключение режимов. M-кнопочка, включение 3D звука. Очень прикольная функция. Я протестировал еще на предыдущей колонке. Плюс-минус, соответственно, включение-выключение. На задней стороне у нас вход 3.5. И micro USB. Ну что, я пойду послушаю, подключу это все. Но я, в принципе, предполагаю, что я буду в восторге. Да, это даже, наверное, сказать не обзор, больше будет такой анбоксинг, если да, по-честному, чтобы показать, что идет в комплекте и свои впечатления. Но я понимаю, что на 7, если мне понравилась колонка от BlueDio за $38, то я представляю, что за $70. Но послушаем, уши мои уже слышали много колонок, и сейчас определяют, стоит оно того или нет. Может, все-таки вариант за $40 будет получше. Пойдем послушаем.
Ну что, ребята, я готов поделиться своим мнением о колонке Blue Dio AS за $70. Сейчас у меня даже включена музычка, можно, в принципе, все продолжить. Play! Что могу сказать? Крутая колонка, но я ожидал большего. $70. Я ожидал, что сейчас я услышу наконец-то супер звук по-китайски, что все проработали, что все сделали. Все, ребята, сделали. Поставили процессор, который теперь преобразовывает, я так понял, почти все в 3D. И переключение, кнопка 3D, включение-выключение, почти я ее не услышал никакой разницы. Могу сказать, я сейчас посмотрел, что предыдущая колонка, предыдущая модель BS3 стоит на в магазине GearBest $48. Я на нее тоже скину ссылку. И если вам не важно подключение по Wi-Fi, не важно, что идет в комплекте вот такой вот, в принципе, футляр, чехол, назовем его, то я бы, скорее всего, купил бы колонку за $48, потому что разницы сумасшедшей я не почувствовал. Да, чувствуется, что здесь доработали звук, немножко его усовершенствовали, сделали более 3D, более сделали объемным. Но в целом картинка, вспоминая те впечатления, эффект вау, потому что было 40, она стоила 42 вроде доллара, и я слышал просто офигенный звук и понимал, что это была лучшая колонка. За $70 я ожидал лучшего. Здесь, конечно, дизайн, здесь подход, все изменили. Но я бы, например, лишь вот эту колонку, скорее всего, бы не купил. Я бы купил за $48. Сейчас в BS3 идет в лучших цветах. То есть, как я и говорил, я всегда говорю правду вам. Ничего никто мне не платит. Казалось бы, вау, колонка за $70. Как она может быть хуже, чем за 48? Она не хуже. Но в BS3 более функциональная. Ну и, в принципе, дешевле на $22. Вот такие дела. Крутая колонка. Если есть деньги, покупайте. Если есть меньше денег, покупайте BS3. Если ищете наушники хорошие, Bluetooth наушники, я тоже на них скину ссылку, потому что уже они были протестированы. Blue Dio стоит $26. Короче, компания реально молодцы. Показатель того, как китайцы умеют делать качественный продукт, несмотря на все. И у них это получается. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте это видео. Поддерживайте меня, потому что я вижу, что мало комментариев, мало лайков, и лишний раз думаю, может, в принципе, никому это не интересно, да, колонка за $70, или еще лежит у меня 50 посылок, может, это никому не интересно, поэтому, если не интересно, вы напишите, я буду снимать меньше видео, если вы хотите больше видео, пишите, поддерживайте, и я буду стараться именно для вас. Всем спасибо, до новых встреч, удачи, счастья и хорошего настроения, пока-пока.